Ну что ж, друзья, как всегда, игра глючит из-за пауков. О, микрофон забыл. Что ж, как всегда, игра, друзья мои, глючит из-за пауков. То есть они теперь просто вот здесь вот три спеца и падают сверху. Вот это, блин, номер. Ладненько, я перевез все. Сейчас надо поставить, чтобы вот это здание мое второе стиралось. И с этим тоже надо что-то сделать. Для начала надо хотя бы пулемет найти. Ты, значит, спал, да? Так, патроны-то у меня хоть есть? Есть. Гениально. Ишь, скотина, обоймы-то отдай. Просто реально падают с воздуха, друзья. Я в ауте. Короче, капец. Так, я здесь. А где остальные? Да уж, сказал я уж. Я где-то еще одного слышу. Где ты, сволочь? Я не знаю, что в игре происходит. Но, в общем-то, из этих пауков, которые вот сверху падали на меня, у меня до этого... Вот нормальная загрузка, у меня ЦПУ 34%. Все. Кому интересно, в принципе. Максимум 50%, друзья. Но игра почему-то иногда бывает из-за пауков и всего остального выдает хрен знает сколько FPS. Что за фигня, вот до сих пор не могу понять. Пауков удалять тоже неохота. Но, вероятно, придется. Ой, ну ладно, это инженеры. Релиз, ёперный ты матрешки. Что в меня? Так, перерабатывается эта рефайнилка. А ну-ка, другая, что у нас там вытворяет? Давай посмотрим. Что вы так ко льду-то все прицепились? Вон ко мне еще сколько. Кобальт. Че? А, это вообще не то. Да уж. Вон. На переработку целая тонна всего. Они ко льду все лезут. Блин, этот вон лед пошел копать. Задолбали. А, это готовый карбон? О, хрена у меня карбона сколько. Это хорошо. Так, ну что, считай все. Почти все скоро переработается. Лед он будет хреначить. Надо потом будет поудалять то, что он со льда тут произвел. Так, теперь, как говорится, главная проверка, которая будет. Это, во-первых, мне нужен нанит. Так, нанит репейр. Я говорю, репейр, блин. Все, молодец. Так, куда тебя воткнем-то, зараза ты мелкая? Так, надо куда-нибудь воткнуть, чтобы он не мешался вообще ни разу. О! Ха! Слушай, как родной стал. Отлично. Так, и теперь давай подумаем. Мне нужны, во-первых, двигатели по бокам. На всякий случай. Я сейчас буду экспериментировать с движками, друзья. Ну... Тут подойдет. Это угловой у нас получается, да? Ага. Так, сюда подойдешь.
так вот. Так, здесь. Вот так. Я зря его здесь поставил, ну да ладно. В принципе, он здесь не нужен. Влево-вправо. Так, теперь мне нужен вперед. Это как минимум. Правда, с такой массой. Я не уверен, что мне это поможет. Во-первых, наверх надо поставить. А наверху, где у меня движлы стояли? Вот здесь, да? Ну, так и сделаем. Так, наверх есть. Вперед, 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 вперед. Ничего, всего 4 движка вперед, было вроде больше. Погоди, здесь у нас чё? Угу. Так. Ну-ка. Блин, у меня этих двигателей, я забыл, что как у больного не знаю чего. Ага, не тот, этот угловой. Бог мой. Как же их отличать-то друг от друга-то? Ужас-то какой, слушай. Ну вот этот вот вроде мне нужен, да. Так, пусть пока они построят мне. Давай-ка подумаем. Немножко прикинем. Сколько сюда двигатель-то поставить бы? Четыре миллиона он весит, да? Давай 4 штучки. Раз, два. А это что, блин, за звук сейчас был? Тяжелая падала. Ё. Ну, на ниты я с вас торчу. Они вообще каким боком, блин, разбирают? Никто не объяснит? О, блин. Долго распиливать. Да, блин. Чувствую, мне распил моего корабля бывшего очень весело. Вот он еще и неправильно, блин, распиливает добавок. Что там еще отвалилось? Блин, ёп! Слушай, что они там вытворяют? Мне что-то это пугать начинает. А, блин. Демонтажники хреновы. Чего здесь падает? Куда-нибудь это тоже вставим. Иди в лес, а. Погоди, дрон что ли пытается шевелиться? Здесь тут второй был, погодь-ка. А, здравствуйте. Inventory full.
Бля, вот это здесь, конечно, звуки. Слушай, жесть просто реальная. Так. Вы эту хоть хренотень, надеюсь, сможете разобрать? Не знаете, за что хвататься. Ой, горе, ой, горе. Так, ладно. Четыре двигателя здесь есть уже должно быть. Ага. Здесь у нас... Что построить-то не может? Чего не хватает? Ага. Да что происходит-то, блин? Так, ну загрузка пока просто в норме. Ты-то почему поврежден? А, наверное, когда пауков я расстреливал. Я не знаю даже, что тут реально происходит. Но уже, кажется, попахивает какой-то бредятинкой. Так, все, здесь построено все. Итак, будем пробовать взлететь на четырех двигателях. Ни хрена даже не хочется. Четыре двигателя мало, значит, по миллион они не тянут. Там их 40 было. Давай еще добавляем. Раз, два. Три. Четыре. Хватит или нет, вот в чем вопрос. Блин, жалко, это я в креативе сейчас не могу проверить. Это просто абзац. У меня креатив не заходит. Так, что у нас там по процессору? 49. Я уже даже начал, друзья мои, нагрев процессора смотреть. Нет, ну, температура 71. Это более-менее приемлемая. Считать, не считать того, что у меня в квартире где-то под 40. Ну да ладно. Так, добавили еще два двигателя. Все получается у нас 8 будет, да? 4 миллиона килограмм. Да, на 4 миллиона 8 двигателей. Пам-пам-пам-пам-пам. Это такой маленький кораблик, друзья мои. Маленький. Кошмар какой-то. Просто кошмар. Так, сейчас, надеюсь, смогу этот дурдом, друзья мои, показать. Сейчас проверяю. Так, ага, 49 уже загрузка процесса. Постепенно он загружается. О! А, не смог показать. Видели там, ну они бывают тут сверху респятся. Сколько после этого? Ну, вероятно, животных придется отключить. С ними явно что-то не то. Я уже все перепроверил. Думал, и ассембли, из-за рефанилки перегрузка процессора. Нет, не из-за них. Так, у меня там вообще построили?
бегаю, как дурак, проверяю реально нагрузку процессора. То есть прикол в том, что даже если закрыть приложение, то игра-то нифига не врубается. Так, ну, попытка номер Энсич. Ага, все, взлетает. Один движок тянет, значит, где-то 500 000 тонн. Даже чуть больше. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Неплохо, неплохо. Хорошо. Итак, что нам следующее надо будет проверить? Эти сейчас тогда спиливаем. Это не сильно принципиально. 500 000 я запомню. Слушай, хорошие движки. Не, ну кораблик-то изначально, друзья, мы не забывайте, вот этот вот строил для гравитации 4G почти. Хотя, скорее всего, он для этого и пригодится, запас всегда нужен. Так, у нас что есть под трастером? Итак. Попробовать поставить, может, вот эти вот ионные дурацкие двигатели. Но они не дурацкие. Advanced Thrust модули. Я думаю, я смогу сейчас поставить на производство. Очень уж интересно. Вот не написано мощность движков. Вот, блин, как вот, как их вот так, вот реально, как уж так и играют. Как определяться, какая мощность, блин, что она из себя представляет. Что с этим можно сделать? Ну давай 1005 мне. Итак, сейчас их поставим. Ну как думаете, тоже 8 штук может влепить? А, тоже 8 штук влеплю. Голову все парить не буду. Взлетит с восьмию, насколько легко. Там уже дальше посмотрим после того, как достроится. Вообще-то моя надежда остается на то, что азимутовские трустеры будут ничуть не хуже ионных движков, потому что они, вообще-то, если честно, очень красивые. Так, это что за хрень? На танк, наверное, куда-то вешается. Да, на танк вешается. Решил поставить по 4 азимутовских и по 4 вот таких вот движла еще вдобавок. Но, блин, очень сомневаюсь, что это все будет работать так, как надо. Я вот насчет этих не понимаю. Это вообще атмосферный, судя по всему. Да, атмосферный, что ли. Да, это планетарные двигатели. Ну, их я отключу потом, посмотрю, что получится. Так, азимутовские уже готовы, что ли? Издеваетесь, да? А с другой стороны? Ага. Все почти достроено. Сейчас, короче, эксперимент, взлетит ли он вообще на них всех. Ну, чего-то там тебе не хватает, блин. Давай стройся. Они ты. Ладно.
Для проверки хватит и этого. В принципе, взлетим, не взлетим. Делаем ставки. О, начинается. Сейчас-то что случилось опять? Так, ну ЦПУ пока в норме. Чего-то зареспилось. Да? Ну, это один корабль зарит. Ну, тут, кстати, по 3-4 корабля бывает за раз лестница. Ну, чегось. А нифига. Он с ними просто тупо не тянется. Не может даже взлететь. Увы и ах. Увы и ах. Да. Значит, все-таки мои движки это самые мощные, которые есть. Как ни крути, но лучше иоников ничего не придумаешь. А других-то у меня тут походу нету, да? Угу. Ну, гидрогеновый это такой вопрос, если честно. Блин, почему не пишется, а это грёбаная, бляха, мощность на этих движках? Вот кто мне объяснит? Бог мой, да что там происходит? Во-первых, вопрос, где происходит? Давай-ка я немножко подзаправлюсь. Пойдем посмотрим, что опять там вытворяют на ниты. Здорово. Походу они опять там взбесились. Ну? Не, разбирают потихонечку. Потихоньку разбирают, ну ладно. Просто я еще поставил на нитам очень много на разбор вот этих вот мелких кораблей. Они с ними еще кочегариться будут довольно-таки много времени. Что с этими останками вручную перепиливать, я уж точно их не буду. И патроны, блин, закончились. Вообще милота. Ну что ж, буду я этот корабль сейчас зафичивать полностью у движки. Ионники. К сожалению, нет лучших двигателей. Надо потом посмотреть будет. Может и есть. Если есть, тогда попробую их установить. Ну что ж, я на переперделку, так сказать, друзья. Да, обратил я внимание на то, что азимутовский двигатель я вообще поставил кверх ногами. Хорошо я взлететь пытался, но я молодец. Правда, вот эти вот супер трустеры, они, блин, немного не того цвета. Точнее, слишком старый мокин. Увы, ах. Сможем хотя бы взлететь? Он даже стыковаться не хочет, все застыковался. Нет, друзья мои, азимутовские, как ни крути, как ты их не ставь, не работает. Очень жаль, но увы, это факт. Это факт. Один из самых сложных, пожалуй, геморройных моментов в том, как мне здесь сделать конвейерную систему. Хорошую конвейерную систему. Так, движки должны были уже построиться. Давай проверим, как... Ну да, давай убьемся еще вдобавок. Почему бы и нет? Как он вообще летать может? Может, ты отцепишься? Понятно, он ногой застрял. Блин.
кстати. Может, поэтому он не взлетал последний раз. Залечим через нижний проход. Так, теперь ты можешь летать? Нет, не может. О, все, взлетел. Летит довольно-таки бодро. Так, поворотливость. Поворотливость, конечно. Вы убейте меня, семеро. Так, отлечу отсюда подальше. Набор скорости назад ужасен. Итак. Дай, блин. Так, надо как-то посмотреть, как эти подсказки отключить. Гул, конечно, здесь стоит колоссальный. Так, здесь все соединяется, здесь все не соединяется. Можно поставить маленькие контейнеры, по сути. Я вот так думаю. Влепить маленькие контейнеры, здесь также сделать коннектор. Хрен с ним, буду сверху коннектиться. Это не такая уж большая беда. Так, О2 генератор всяко мне здесь нужен будет. Где-то класс положить бы. Нет. Ага. Так, вот тебя вот так вот расположим, друг ты мой милейший. Во. Хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, здесь, наверное, надо сделать что-то поинтереснее, нежели... Ну, я тут еще движки сзади не ставил, как вы можете обратить внимание. Вот тут. Хвостовую часть тут и так он поднимает хорошо. Но на всякий случай я потом поставлю. Это пригодится как запасной вариант в случае какой-то поломки. Под лестницу тогда еще... Погоди, а какой у меня гироскоп вообще стоит? Так, гироскоп у меня 1000... Та-та-та-та-та... Давай еще одну тыщенцу поставим. Блин, не очень-то я уверен, что это правильная, логичная идея. Скорее всего, безумная. Так, здесь вот. Как вот здесь вот что расположить? Можно попробовать поставить азимутовские медиумные контейнеры. Ларджовый, вот медовый, более-менее подойдет. Но если его сюда поставлю, то мне коннектор сюда какой-то цеплять-то, блин. Ха-ха. Обожаю эти контейнеры, сиди и думай, как их потом цеплять. Ну, во-первых, они у меня здесь были, если я правильно помню. Простите, пожалуйста, дяденьки. Не хватает интерьер плейтов. Господи помилуй. Только их недавно выложил. Ё-моё. Так, что мне тут за хлам? Решил просто потрошками все заправить. И надо сделать так, чтобы конвейерная система покрывала абсолютно все. Ну, кроме вот этих турелек, которые пулеметные, они у меня, как всегда, будут на отражение. Есть, есть. Такс. Есть, есть. На одном месте шерсть. Здесь у меня ничего нету, да? Так, а если посмотреть по контейнерам? Large, medium. Та-там. Ну да, тут либо смоловые ставить. Я не знаю, что еще здесь можно воткнуть-то такого полезного, чтобы было.
будет, что я сюда ничего и не воткну. Азимутовские, потому что по-любому не подойдут, к сожалению. А генераторы двигать тоже не стоит. Это на тот случай, если мне подорвут 2-3. Можно, кстати, батареи, конечно, вот сюда вот воткнуть. Так, заправка льдом у меня будет. И это хорошо. Лед я загружу. Вентиляция. Ой-ой, совсем забыл. Здесь есть... Что, еще мне конвейер подключен? Да ладно. Ага, о как оно. Ну-ка, давай посмотрим, что у меня тут по аэру есть. Вообще, как эта хрень называется? Аэровент. Нам, блин. Та-та-тан-таран-та-тан. Маленькую аптечку надо по-любому воткнуть сюда. Смол. Медикал, чё? Простите, пожалуйста, не понял. Вот сейчас я точно не понял. Ага. Я не могу сюда установить. Ай-яй-яй. Понятно. Где у меня медицинская станция? Это здесь была-то, ё-моё. Наверное, здесь. Уже здесь пассажирская была. Так, и теперь вот эта вот хрень. First aid, first kit. А теперь будем себя вопрашивать.